вы были министром. Министром, давайте скажем, что энергетики, да? То есть все, что приносило деньги, ну, то есть экономика, министерство экономики было в моем подчинении. Как говорил Назарбаев, правительство в правительстве. А, ух ты! На трон села, на трон села! Царь во дворца, царь во дворца! Ходи то, делай сюда, царь во дворца! Вы хорошо сказали, все, что приносило деньги, было под вашим началом. Да, это так было. Миллиардером вы стали? Как Назарбаев как-то меня пытался в личном разговоре сказать, что я тебя сделал. Мне очень стыдно за все это, за все то, что я натворил. Если сможете, прошу простить меня, простить как одного из ваших учеников. Сколько денег у вас было на пике? Самое большое количество. Суммарно, если весь бизнес, это ну, на тот момент более 20 миллиардов долларов. То есть у меня конфисковали активы более чем на 20 миллиардов долларов. По попе, мальчика. Вот такая история. Я был у него ведущим министром, был период, был любимым был министром, как он говорил, за 10 лет независимости в Казахстане не было такого министра и так далее, всякие слова произносил. С сегодняшнего дня назначаю тебя старшей по общежитию, будешь отвечать за порядок. Вопросы есть? Нет. Господин назначил меня любимой женой! Я, конечно, говорил «да», но все эти 3,5 года, извините, морочил ему голову. И в итоге у него терпение лопнуло. Вот, если говорить коротко, история нашего конфликта.